Это наш Измайловский парк. Это пруд, вот Измайловский, один из прудов. Увидеться с прекрасным, насладиться природой средней полосы России, полюбоваться московскими двориками. Целую гамму чувств можно испытать, побывав на открывшейся в историко-культурном центре выставке художника Сергея Симонова и его учеников. Поздравить автора пришли друзья, коллеги, почитатели его творчества. Это очень теплая выставка. Я не могу сказать, что здесь буйство красок, но, наверное, в этом спокойствии и есть чуточка нашей России. Из многочисленных направлений в изобразительном искусстве Сергей Симонов выбрал реализм, который позволяет создать эффект присутствия и точнее донести мысль художника до зрителя. А замысел каждой картины, по словам автора, рождается в одно мгновение. Вот сидишь с человеком, разговариваешь, вдруг он как-то повернулся необычно, да, или как-то посмотрел, или свет как-то лег, и ты сразу видишь образ. К своей персональной выставке Сергей Симонов шел долгое время. Участник экспозиции в Союзе художников Москвы и в Манеже. Видное, он привез более 50 своих работ. Нежные лирические пейзажи, столичные улицы, пасторальные картинки, запоминающиеся портреты, где лица словно живые. Это же искусство, это же чудо. Для меня вообще, кто рисует, это вообще какой-то оттуда. Из космоса человек. В связи сейчас с мировыми вот этими событиями, здесь как будто уголок какой-то тишины и уюта, то есть среди вот этих работ такое умиротворение, успокоение такое. То есть я вот прям получила заряд, который необходим сейчас. Среди посетителей были и юные художники. Арина Лебедева, которая уже год учится на отделении изобразительного искусства в Видновской ДШИ, задала художнику немало вопросов. Сергей Сергеевич, раскройте секреты свои мне, как начинающему художнику. Секрет, может быть, один, который я всем говорю студентам своим, не возрастом от их возраста. Теория должна идти впереди практики. Вот прежде чем взяться за кисть, надо сначала знать характеристики цвета. В ближайших планах Сергея Симонова провести мастер-класс для воспитанников детской школы искусств. Сама же выставка открыта до 27 марта. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.